Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится планшет Navitel T787 4G. И сейчас мы разберемся, как включить резервное копирование на Google аккаунт на данном устройстве. Итак, для начала мы смахиваем, делаем свайп вверх для открытия меню. Здесь открываем настройки. Идем чуть-чуть вниз для открытия Google. Но открываем мы не поисковик, а настройки аккаунта Google. Здесь мы выбираем резервное копирование. Здесь должна стоять галочка, если она не будет стоять, то включаем и нажимаем начать копирование. На этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!